Опять же, за внуков говорю, чтобы хорошо учились, чтобы только радовали маму и бабушку, и всех окружающих. Все хорошо. Мы ждем, что президент выполнит все свои обещания, во-первых, перед народом. И ждем, что государство нас, конечно, своих, ну, тоже тех же обещаниях не обманет. Что и будет у нас и квартира, и машина, и все, что нам обещали молодым семьям, все это будет. Ну, я вообще думал пойти на коньках кататься в этом году. И еще скорее бы Нового года жду, чтобы мандаринок поесть. Хочу работать. Хочу, чтобы были успехи в работе. Вот. Люблю работать со своими учениками. Много участвую с ними в разных конкурсах. Очень горжусь ими, радуюсь их победам. Потому что считаю, что это еще и победа учителя. Чего жду? Чтобы все были здоровы. Чтобы по возможности были счастливы, довольны жизни, чтобы в стране был мир, спокойствие, чтобы наконец-то нас перестали со всех сторон окружать, да, всеми там санкциями, чтобы страна была, превратилась в великую державу, как и Советский Союз был раньше, который все уважали. Выжить, девчонки, честное слово, выжить, выучить ребенка. И чтобы он поступил. Чтобы у нас в нашей стране люди начали хорошо жить. Чтобы о пенсионерах заботились, о стариках, о детях. Вот что я хочу. Вот это вот моя мечта, честно. Чтобы всем было хорошо. Ну чего я жду? Хотелось бы, чтобы следующий год был хотя бы не хуже, чем предыдущий. А вообще я оптимист и надеюсь, что будет хоть немного, но получше. Мы все, наверное, мечтаем об одном, чтобы близкие были здоровы, чтобы все, у всех все складывалось благополучно, чтобы все были счастливы. Такие простые человеческие ценности. Вот, чтобы все шло своим чередом и без каких-то особенных проблем. Хочу также продолжать еще развиваться в спорте. Хочу не отставать в учебе, подготовиться хорошо к экзаменам. У меня, правда, в запасе еще 2 года, но все равно желательно так. Планирую попасть на малую родину в феврале месяце. Сестре старшей день рождения. Вот самый большой план. Ну, заодно навестить могилку родителей. Не было 7 лет. Устроиться на работу и работать, идти вверх по карьерной лестнице. Я, наверное, как и многие девушки или представители женского пола, мечтаю похудеть, стать красивее и улучшить свои внешние и умственные навыки и данные. Также я хочу закончить хорошо 10 класс. За лето наконец-таки отдохнуть, съездить на море, ну и уже с новыми силами в новый учебный год. Ну, больше всего, конечно, хотелось, чтобы было здоровье у меня и моих близких, вот, у моих внуков. Мне лично самому много-то не надо, у меня все в порядке, чтобы в нашем городе немножко хоть как-то и порядок был. Хотя вот это лицо бы почистили, уже бы хорошо было. Жена с палкой ходит. И, тяжеловато, вот. Да, подниматься, да. Очень чтобы тяжеловато. Люди стали более ответственны. Я в прошлом моряк, я привык, что ответственность несешь за каждый свой поступок, за каждое слово. У нас это, к сожалению, в городе мало. Чтобы зарплата выше стала, потому что у нас она маленькая очень. Хорошо, хочу окончить 5 класс, перейти хорошо в 6 и съездить на море. Закончить школу, отучиться и поступить куда-нибудь удачно. Я хочу съездить на море. Ну, чтобы страна поднялась, чтобы пенсии были побольше, чтобы цены меньше росли, чтобы порядка было больше на улице, чтобы мафии меньше было. Ну, как нормальные люди хотим. Чтобы Россия заслужила порядочной жизни. Самое главное, мне хотелось, чтобы у меня было здоровье. Ну, собираюсь хорошо сдать ЕГЭ и поступить в достаточно успешный вуз. Ну, на следующий год у меня планы, ну, все закончить на одни пятерки, ну, все такого благополучного. Закончить школу хорошо, сдать экзамены и поступить. Это сейчас самое важное. Надеюсь, что будем жить еще лучше. Город наш будет хорошеть. Не болеть, здоровье побольше. Денег побольше, пенсию повыше. Хочу, чтобы папа вернулся домой навсегда.